Стихотворение Шизы. 17-й год, по-моему, сентябрь. Бывает, накроет Шиза, ломая нахрен с заботой. Такой вот период в жизни, такая в душе работа. А утро, а утром, что стало ранним, влияет, конечно, возраст. Ты видишь все спайки, грани, все чувствуешь так серьезно. Бывает, зайдется сердце в биении столь крикливом, и станут единоверцы не вписываться в климат. И станет все, что казалось понятным, предельно быстрым. И не хватает малость опять поутру забыться. Обижен мной кто-то сильно, конечно, прощенье будет. Но жизнь моя не резина, дожить бы, считая будни. Не спорить, такой вот кризис, такая в судьбе эпоха, опять накрывает шиза, опять подступает плохо. На родине жить ментально должны мы, вникая сердцем, и где напастись Италии, до разных уютных Швеций. На родине жить, питая себя надо перспективой. Так я и живу, витая по прожитым ретроспективам. В кармане кулак мой сжатый, в мозгах грозовые тучи, а в сердце такая жалость. В душе неземная сущность. Проехать бы остановку конечную мимолетом, и где обрести сноровку из низкого старта к взлетам? Пока же на древе присном отчетливый знак старения опять посещает шиза, которая откровение. Это писал в сентябре прошлого года. Самый разгар. Может, на верхней точке, может, на плоской верхней вершине, но вот такого душевного состояния. Оно пока не сильно изменилось. И, в общем-то, еще не произошло ожидаемое. Но непременно случится. Не может быть долго так. А уже так долго. Терпите. Очень важно, вот что такое ЗОЖ, здоровый образ жизни, да, это фейк, выдумка, фальшивка, повод для отмывания денег, крикливая декларация ни о чем. Это просто компания, акция, флешмоб ЗОЖ, флешмоб ЗОЖ. А на самом деле, вместе со здоровым сердцем, суставами и сосудами должна быть потрясающе здоровая душа у человека. Психика должна. И вот отсюда вытекает, истекает, проистекает главная опасность для жизни. Если есть она, шиза, как божество, как истукан, как языческая реликвия, то никакие зожи и соши вас не спасут. Берегите себя, храни вас Господи, будьте счастливы.